Конец лета – это не только пора сбора урожая, но и пора сбора школьных рюкзаков. А значит, со школьниками нужно повторить важнейшие правила – правила ведения здорового образа жизни. А залог здоровья – бережное отношение к себе. Для этого детям и подросткам периодически необходимо проходить профилактические осмотры у врачей. Минздрав рекомендует ребятам с 15-17 лет уже начинать обследование репродуктивной системы. А родителям разговаривать с чадами о том, что для качественной жизни с молоду нужно беречь не только честь и фигуру, но и душевное равновесие и остроту зрения. Где та гигиена, когда, допустим, ребенок час поработал, да, в конце каждого часа 10 минут нужно сделать гимнастику для глаз. Посмотрите вдаль, на дерево за окошком, да, на какую-нибудь точку, да, потому что все вблизи мышцы работали, да, и они перенапрягаются. Вот. И, соответственно, какие-то вот эти вещи, это тоже вот кто об этом знает, что так нужно делать, да? Ну, вот такие моменты я бы вот с этого начала. Питание, движение, поберечь свои глазки как-то, да, защитить их от, чтобы мы потом все в очках не ходили. Вот. Ну и, конечно, скажем так, вот это адекватное отношение к ситуации. Научиться, ну, нормально реагировать на стрессовые ситуации, достойно из них выходить. Ну а кто научит этому ребенку, как не родители, как не мы взрослые, учителя, преподаватели, воспитатели там, и так далее.